Половина красноярцев поддерживают пожизненный запрет на продажу сигарет молодому поколению, то есть хотят, чтобы даже будучи взрослыми, нынешняя молодежь не могла подсесть на вредную привычку. На днях такой закон приняли в Новой Зеландии. Подробности в нашем следующем сюжете. Я против. Почему? Потому что запрещать – это всегда плохо. Ни к чему хорошему никогда не приводит. Новая Зеландия от Красноярска, конечно, далеко, но вот их новый антитабачный закон обсуждают красноярцы активно. Речь о масштабной программе по борьбе с курением, когда по закону запрещена продажа табачных изделий для всех, кто родился после 2009 года. Многие россияне, и в частности красноярцы, поддержали такую идею. К такому выводу пришли сотрудники компании по подбору персонала, проведя исследование. Власти страны считают, что таким образом будет увеличена продолжительность жизни населения, а бюджет сэкономит более 5 миллиардов долларов за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением. Каждый второй красноярец, то есть 50% опрошенных, согласны с такими аргументами. И уверены, что подобный запрет следует ввести и в России. Среди обладателей этой вредной привычки, кто участвовал в исследовании, 35% сами поддержали антитабачные меры. А каждый девятый никотинозависимый пообещал и вовсе бросить после Нового года. Опрос показал, каждый четвертый считает такие меры слишком радикальными. До 18 лет, как бы закон имеется, пусть так и остается. Зачем как-то прям настолько сильно ужесточать? Понимаете, это свобода человека, я считаю. Он сам должен решать. Хочет он курить, портит себе здоровье, либо не хочет. Хочет он выпивать или он не будет никогда выпивать. Он каждый решает сам. Лучше образование, лучше бы книжки сделали дешевые. Тогда бы дети больше читали. Положительно. Я сам, как бы, курильщик, бывший, давно очень бросил. И всем советую и желаю бросить. Причем среди тех, кто выступает «за», чаще сами молодые люди. Ну а взрослые думают, это может быть шансом сделать так, чтобы их дети даже не попробовали. И не было выбора, курить или не курить. Более того, предлагают расширить список, запретить не только табак, еще электронные сигареты и вейпы. Нет, хуже не станет, это однозначно. Хотя отговорки именно такие будут. Вот. Будут еще отговорки в стиле «а что хуже, курить или пить?» там, и так далее. Все хуже. Положительная тенденция в обществе, что общество, половина общества хочет, чтобы запретили для молодого поколения продажу табака. Ну, вообще, я бы никотиносодержащий продукт вообще так вот говорил. В любом случае, в России сейчас это только обсуждение, а не законодательная инициатива. И выбор пока каждый делает сам. Наталья Архипова, Валерий Чащин, 7 канал.